С вами Brain First и мое прохождение игры Pokemon Platinum, называется игра. В прошлый раз мы отбили у босса команды Ракета все его намерения захватить мир с помощью вот этой пещерки. Сейчас мы учим сурф на Вапориона, чтобы хоть одной атакой он смог хоть что-то сделать. За место Куика, так мы, наверное, поставим его. Отлично. Learn Surf. И ставим сразу же его на первое место, потому что мы сейчас будем его качать. Хорошо. Ну и выходим из пещеры. Нас уже, наверное, все заждались там. О, вот и Синтия. Она говорит: молодец, ты вообще доспа. Раз, пас, бирбатвы. Молодец. Ну, еще что-то говорит, наверное. Там целует меня или что-то такое с ним. Все, спасибо. Окей, идем дальше. Что это такое здесь? Ладно, впереди у нас еще много всяких интересных вещей. Но сейчас мы идем на дорогу 211. Там нас ждут уже тренер. Мы договорились о битвах. После того, как у нас появился серф, мы можем пройти в те места, где еще не были. И забрать некоторые вещи. Что мы сейчас и будем делать в ближайшей части. Затем мы поплывем в новый город. Где нас ждет шестой значок. Вот такие планы на ближайшее время, а дальше посмотрим. Один покемон Ноктоу. Confusion. Слышь еще. Ура. Минус Ноктау. Довольно много Вапориан получил экспириенса. И все рады, и все счастливы. Идем дальше.
Барон Зорг. Почти снял я его все хп. Еще один бронзор. Чувак явно не оригинален и почти без сорфов меня оставил. Немножко осталось вообще. 7 штучек. Да-да-да, охи-ахи. Этот чувак нам явно что-то даст. I'm strong, I'm strong, I'm strong. Он, видимо, Уильям Армстронг и... Окей. ТМ-77. Это просто так. Спасибо. Psychic Up. Наверное, прикольно. И тут еще Pokemon Ninja. Да-да-да. Скорпия. Четвертый уровень, отлично. Кроуганг. Отлично, у нас Кроугонг. Вот срубаемся. Три покемона, первый Кроугонг.